Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кировской области создают каталог экспортеров. Это площадка, на которой кировские производители и потенциальные покупатели смогут находить друг друга. В каталоге будут размещаться сведения о товарах и услугах, производимых кировскими компаниями-экспортерами, а также компаниями, которые планируют выход на внешние рынки. Информация будет в первую очередь использоваться при проведении международных форумов, бизнес-миссий, международных выставок. Работа над созданием каталога в нашем регионе уже близка к завершению, рассказали в областном правительстве. Он будет доступен в двух вариантах – интерактивный портал и брошюра в формате PDF. До 25 января у производителей еще есть возможность предоставить данные для публикации в каталоге. Для этого необходимо заполнить форму. Ее адрес можно найти на сайте нашей радиостанции в разделе «Новости». Размещение в каталоге бесплатное. Экономика. Кировчане могут получить финансовую помощь при переезде в другой район. Речь идет о переселении или переезде в границах региона для трудоустройства в другой местности. При переезде предоставляется компенсация расходов к месту работы и обратно, и суточные. Если речь идет о временном трудоустройстве, то в течение 3 месяца частично оплачивается аренда жилья по месту работы. При переселении компенсируются затраты на переезд для каждого члена семьи, а также выплачиваются суточные и единовременные пособия. Раньше воспользоваться такой услугой могли только официальные безработные. Теперь помощь могут получить и те, кто обратился в службу занятости за помощью в трудоустройстве. Подробную информацию о предоставлении помощи можно получить в любом центре занятости Кировской области. В эфире «Экономика». Кировская область получит на ремонт дорог 8 миллиардов 600 миллионов рублей. Эти деньги будут выделены с 2023 по 2025 годы по проекту «Безопасные и качественные дороги». Это в 2,5 раза больше, чем выделялось региону в прошедшие 3 года, рассказали в областном правительстве. На 2023 год предусмотрено 2 миллиарда рублей, на 2024 – 3 миллиарда 300 миллионов, на 2025 – 3 миллиарда рублей. Деньги пойдут на приведение в нормативное состояние региональных дорог, а также мостов, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».